ребята, с вами Сэм на канале Мисса, и сегодня мы будем изменять слаймы. Ну, старые слаймы, которым там где-то 6 месяцев, где-то. Привет, друзья, всем. Ну что, мы сегодня мы с Аней делали уборку. Даже, как тут сказать, уборку, так это еще так сказано. Ну, короче, мы нашли ящик такой, там, где были все слаймы, которым там уже и по 6 месяцев, и по 7. И когда мы открыли этот контейнер, мы поняли, что надо обязательно сос, что надо делать уборку, и что надо половину их выбросить, а которые еще годные, нам надо... Ну, мне Саня говорит, мама, давай сделаем ролик, где я покажу обзор или покажу, как можно изменить текстуру. Ну, короче говоря. Ну, и все, давай тогда, мне Саня. С которого начнем? Ну, как с которого ты хочешь, Дуня? А с которого ты будешь? Давай с желтого. Мне желтый нравится. Да. Ну, хорошо. Этому где-то 4 месяца. Ты сами его сама какой... готовила? Да. Да. Смотрите, какой он глянцевый. Кликает очень хорошо. С чего он сделан, этот слайм? Давай из клея, активатора и крема. А что нам понадобится теперь для этого? Ну, я не знаю, он у вас сейчас, он хороший. А давай тогда мы определим, что хороший. Мы будем делать. Наверное, мы будем изменять вот этот вот слайм, который он такой... Этот синенький? Да. Он очень странный, я его трогала перед видео, я активатора не подготовила, если что. Угу. Тогда вот смотрите, как он кликает. Да, слышно, суперски, как он кликает. Потом тянется в пленочку, пузырь. Ну, короче говоря, что я хочу, я уже сколько знаю тут, ну, я немного знаю о них, но сколько я знаю, так это все-все преимущества, да, вот, делается, да. Шарик и вытягивается так суперски, он вообще у тебя. Он нормальный, короче. Да. Давайте сейчас посмотрим, не синий, а вот тот, чтобы интрига была, короче говоря. А что это за цвет такой у него? Розовый. Интересный, розовый, красивый. Какой-то как помада. Где ты его побрела? О, у тебя какие тут есть... По-другому не достал. Мне даже страшно. Какие звуки интересные. Ага, Сани, я бы сказала. Вытягивайся. Давай. Ты сможешь. Все, вытянулся. Ну, этот слайм. Уф, в нем много волос. Уже чувствуется. Волос? Откуда там волосы? Не знаю. Ну, короче, чьи, твои или этих, или арковские? Кликает. Чуть-чуть выше. Тянется в пленочку. Нормально. Хрустит. Ну, этот тоже такой уже не очень. Почему? Надо было бы добавить пасту. Давайте это сделаем. Начинается. Сейчас. Давай, Мисани, ну что, давай добавлять. Быстрее. У меня вот такая вот паста. Угу. Вот. Да. Специально для слаймов. Да, ну-ка, давай. Она розового цвета. Сань, давай закрой дверцы, а? Его там добавляем. Папа, угу. Очень громко у него там, ага, идут бизнес-планы. Ну, короче, вот, давайте смешаем. Ну, давай. Сколько ты это положила, этой пасты? Ну вот столько, вот мало. Если она сглядит. Зернышко одно такое, да? Маленькое. Маленькое зернышко. Смешиваем. Кликает. Сейчас уже получится. Смотри, как кликает. Саня, что? Тянется. Хрустит. Ну, это тоже хороший, как я и говорила. А вот сейчас его надо убрать. Вот так вот, друзья, происходят перемены слаймов. Колбаска. Не знаю, как другие родители на это реагируют, но и у меня, когда бывает, не бывает так, что настроения совсем нет. У Мисани тут я на метле летаю, а Мисани бегает. Летаю, летаю. Это так визуально я говорю, знаешь. Ну, короче, а вообще я летаю я вот в этот вот слайм. Кричу на нее. Вот, смотрите. У него вот очень много добавок. Ой, он какой противный. Мне какой-то он странный, странно противный. Я его вчера трогала. Мне даже странно сейчас.
Ай, ну он такой красивый, да, у тебя, смотри, да, он как весь. Да, он с добавками. Контейнер. Какие добавки? Что? Какие тут добавки? Вот тут всякие блестки, вот если видно. Да, вот. Да, подожди. Вот, видно. Шарики. Да, 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 да. Но он есть. Такой не очень, он сквишовый, вот. Да. Не очень хрустит, вот. Возвращает. Он вообще не форму. Ну, немножко такой. Хрустит, почему? Ну, да. А что это у тебя вот такие красивые, смотри, сами баночки? Тут всякие добавки. Давайте сперва будем изменять его. Так этот будем изменять? Да. Ну, давай. Сперва давайте добавим пасту. Паста, а что дает паста? Размягчает. Размягчает. Трудное слово, размягчает. Размягчает. Да. Смешиваем. Да, ну-ка. Да. Это долго надо делать? Ну, пока размешается. Да. О, начинает липнуть. Да. Армаз. Ой. Угу. А почему липнет к ручкам? Не, размягчила. Не размягчила. Размягчила? Ага. Трудное слово. Давайте добавим пену. Вот такой вот просто. Для бритья, да? Хорошо, что ты не берешь эту пену с... Нет? Нет, ну вообще, что не берешь папину пену, потому что эта пена, она очень такая недорогая, и у нас, я не знаю, вот уже смотрите, сколько банчик. Мне очень вот нравится вот так вот делать. Угу. Хи-хи. Это будет флаффи слайм. А пена что делает? Делает текстуру такую мягче, пушистее. Пушистее. Пушище. Тоже очень трудное слово. Уже запах какой-то идет. Интересный. Активатор в студию. Где активатор? Да, я знаю где. Взять? Тан-та-да-дан-тан, тан-тан, тан-та-да-дан-тан, тан-тан, тан-та-да-дан-тан, тан-тан. Где у нас активатор? Где у нас активатор? Вот у нас активатор! Бери. Буду я твоим помощником сегодня, секретарем, Саня. Открываем и добавляем на стол. Ну-ка. Знаете, ребята, я вам покажу, что это вот, видите, даже написано, конечно, тут вот уже от всякой активатор слайм, тюбен, слайм активатор. Рекламу нам также не заплатили. Ну-ка. Он еще не за... Может, еще надо активатор? Нет, Саня? Вот мне от него и такие руки были. От этого активатора, да? Okay. Так, может, надо перчаточки одевать, да? Mm-hmm. Кстати, ребята, да, знаете, если у вас есть хорошие перчатки, ну, чтобы они были удобные, конечно, потому что я Сане такие одни дала, так Саня говорит, мама, невозможно, потому что там резинка, и к ним очень липнет, потому что совсем другая текстура, чем кожа, да, человеческая. Okay. И поэтому, да. Но у Сани ладошки, конечно, ну, вот, сейчас уже, все уже немножко, видите, да, но вообще так было... Чуть-чуть. Да, да. Да, да, да. Была проблема. Мы уже там и кремами и мазали, чем не мазали. Так что, если есть возможность, ребята, очень часто этим, ну вот, не занимайтесь. Все, вот, смешали сейчас. Ну, давай блестки какие-нибудь наложим. Нет, сейчас еще чуть-чуть надо его поразминать. Вот. Но он еще чуть-чуть липнет. Ну что, суперски совсем получился этот слайм. Я не знаю, мне нравится. Ну, еще липнет. Вот это тоже, вот это. Да, очень красиво. Это смотрите, эти шарики, они уже тут есть. Вот, смотрите, вот видите, ребят? Вот. Видно, наверное. Да, видно, да, видно. А вот это что такое, Саня, тоже очень красиво. Это слюда, она колется чуть-чуть. А битая вот это стекло. Какая красивая. Это блестки. Желтые, очень красивые эти желтые блестки. Они еще липнут. Осторожненько. Еще прямо туда льешь уже, да? Не на стол, а прямо туда, да? Быстрее слайм, активируется. Да? Ну вот, почти все. Ну ты знаешь, тут как химик уже, ты сама, Саня. Может, будешь поступать? Нет, химический обойдусь. Факультет какой-нибудь, нет? Нет, как-то обойдусь. Тут уже, знаешь, без химии никак.
Вот, вообще смотрите, тут... он сейчас тянется хорошо. Угу. Липнет к рукам хорошо. Угу. Этого не должно быть. Так что делать? Еще активатор, да? Пена. Нет, пена, да. Ой. Ну давай. Ну сколько всего тут надо знать? Я бы в жизни так не умела, не сумела бы я вообще. Ты тут как профессионал уже будет все знаешь. Очень флаффи слайм. Вот, смотрите. Угу. Ну как раз у нас идет бэкграунд, да? Это у нас самая известная певица Ака. Она только мы начинаем, включаем камеру. Так, тихо-тихо, только мы включаем камеру, у нас начинается бэкграунд. Бэк этот, да? Да. Подхрапывание. Я не знаю, мне кажется, в каком-то комментарии уже кто-то писал, кто там у вас храпит, папа, мама или кто? Или бабушка, да. Кто-то. Вот сейчас давайте добавим вот такие вот мои любимые белые блесточки, которые по-другому не открывают. Угу. Я могу тебе помочь. Ой, какие красивые. Они блестки? Они блестят? Очень красиво, Саня. Очень. Ну-ка. Вот. Угу. Сейчас можем еще добавить чуть-чуть вот такого вот этого пигмента. Вот у меня его тут много. Да, ну давай. Тоже блестящий, да? Ну такой? Нет. А пигмент? Ай, пигмент. А он какого цвета? Белый, да? Это металлический. Металлический. Ну-ка, вот. И все, что все смешиваем, вот, да? Видишь, вот такой вот да. Металлический получается. Да. Будем сейчас смешивать. Стол уже не держится от этого слайма. Вот, видишь, он такой металлический получился. Переливается. Сейчас уже хрустит. Да, я тебя слышу очень даже. Но еще липнет к рукам. Еще активатор. Ага. Ну, давай, загущайся. Вот. Наверное, загустится. Или нет. Вот. Да, наверное. Ну, так себе. Так себе. А когда не так себе? Когда не липнет? Да. Он, конечно, хороший текстурный, но он липнет. Угу. Собираем остатки. Ну, вообще, совсем ничего, я бы сказала. Красивый очень получился. Ты знаешь, вот этот металлический, это такой очень красиво. Очень красиво. Он такой, знаешь, перламутрово получился таким металлическим, ага. Красивым. Очень красивым. Да, гранда, тихо. Да, арка, перестань. Ну, слушай, ужас какой-то. Ты показала бы, как она лежит еще? Ну, давайте я покажу сейчас вам, как она лежит. Смотрите. Вот, вот, кто у нас этот храпец дома. Ага. Фикус уже начинает тоже храпеть. Ну да. Братик, да? Ну, да. Угадай, какой слайм мне из этих трех нравится больше всего. Из этих желтый, вот этот вот, что у тебя, вот этот и этот? Да. Я так думаю, что желтенький. Ага. Ну вот, видишь, угадала. Ну вот, тянется хорошо. Да, очень хорошо даже. Ну вот, видишь, так липнет, но зато тянется хорошо. Ага. Я бы сказала. Давай сейчас вот этот я уберу пока. Да. И попробую, ну, сравним давай с другим. Ну, например, этот. Ручки не хочешь помыть, нет? Чтоб тебе не... Ну, давай, иди, сходи, помой ручки. Помыла руки. Сейчас будем вот сравнивать вот с этим. Ну вот, лучше тянется, намного лучше. Ой, он не то, что намного, он смотри, как тянется, ага. Саня. Ну, вот это тоже очень нравится, слайдик. Хрустит. Угу. Это ты сама его сделала, да, Саня? Ага. Ну вот, видишь, какая ты умничка. Молодец. Арка? Это с тетрабаратом натрия. Это активатор такой был, короче. Угу. Откуда ты его получила? Это не этот из активатор, аптек. Да? Из аптеки, помнишь, покупала? Помню, тогда. Помню. Откуда из Ютуба рецепт? Рецептик откуда получила? Нет. Сама? Откуда ты узнала? Например, ну,
тапки. Слушай, а тут совсем ничего с ним чистить столы? Да? Да, но он сейчас уже весь грязный. А почему? Добавки попали. Угу. Вот. Но мне этот слайм такой самый крутой. Из твоих, что ты сделала, да? Ага. Сколько ты лет, Саня, уже занимаешься этими слаймами? Год, наверное, да? Год так с уже... половиной. Год с половиной. Но уже очень так хорошо занимаешься. Прям ты знаешь, так занимаешься, что у нас уже, я не знаю, сколько, сколько мы уже раз выбрасывали эти старые, опять покупали, ага, новые делали и там тра-ля-ля. Ага. Ну что, мисс Саня, спасибо тебе большое за такой мастер-класс, что ты провела. Спасибо. И ребята, мне кажется, точно понравилось. И какие-то твои идеи или какие-то там новаторские идеи, я думаю, они... Ну, значит, новые какие-то твои вот идеи, что ты тут показала про слаймы, что ты там добавила или какие-то маленькие секретики рассказала. Я думаю, всем пригодятся. Да, Саня? Ну что, пойдем сейчас уроки делать. Ставим лайки, подписывайтесь и всем пока. Пока-пока, мисс Саня. Пока-пока, ребята. Пока-пока-пока.